Привет всем любителям катания в горах, на снегоходах, ну и им сочувствующим. Это модель Freedom. На мой взгляд, это вот как бы то, что прописал доктор для реальных катаний в горах, для реальных снегоходчиков. Почему? Объясню, что я имею в виду. Во-первых, на модели Freedom крутая мембрана. Это 20 тысяч на 20 тысяч, водонепроницаемости дышащие свойства. Это раз. Во-вторых, у него, в отличие от начальной модели The One, нижняя часть штанин представляет собой вот такой специальный, не особо рвущийся, как бы прочный материал. Дальше, комбинезон, естественно, тоже без утепления. Верхняя часть, на верхней части только подкладка. Нижняя часть традиционно для уже вот этой марки с утеплителем 60 грамм на сантиметр. На самом деле это не очень толстый утеплитель, то есть в принципе при активном катании, даже при прыжках и при активных танцах на подножках, ну я бы не сказал, что этот утеплитель ощущается, зато можно поддевать ну, менее толстое термобелье, там никакого там шерсти, можно просто в легком термобелье кататься. Ну еще, конечно, плюс то, что все-таки крой очень широкий и ничего не стесняет движения во время активного катания. В остальном комбинезон по конструкции аналогичен комбезу The One. У него тоже карманы, внутренние карманы, водонепроницаемые молнии, те же самые вентиляционные отверстия. Все, в принципе, то же самое. Но в отличие от The One, тут добавлены очень интересный, правильный и нужный нюанс. То есть здесь вшита молния в штанине. Очень удобно будет одевать комбинезон, особенно если вы используете шарнирные жесткие наколенники. Ну, собственно говоря, точно такая же регулировка длины штанины. Так что думаю, что в этом сезоне, сезон 2017-2018, ну именно эта модель будет прямо в топе в линейке Jetwear. Так как этот комбинезон, как я уже говорил, для крутых пацанов он выпускается только для мужчин. То есть женских моделей и детских не будет. Oh shit, that's loud.